плюсики и, в общем, лучи добра. Вот, ну, наверное, знаете, на будущее нам нужно поработать с темой вебинара, да, потому что я когда сам вижу новости разработки, думаю, что рассказывать-то. Вот, поэтому, наверное, будущие встречи мы будем как-то более конкретно обзывать, чтобы было понятно, о чем мы будем вещать, да, потому что мало ли, что у нас там нового мы разработаем. Вот, и как бы хотел сразу извиниться за то, что пришлось нам перенести этот вебинар на несколько дней и поблагодарить всех, кто все-таки пришел. Я вижу, что вот нас немало, да, спасибо большое, что все-таки дождались и к нам, в общем-то, сегодня явились. Вот, давайте я коротко расскажу о плане. Он небольшой, но достаточно емкий, да. Ну, план он выглядит достаточно коротко. Я немного расскажу о обновлениях в проекте «Библиошкола». Ну, это проект, в первую очередь, для школьных преподавателей, а также интересен тем, кто в педагогических вузах, в педагогической сфере работает. И также презентую, ну, немножечко, да, презентую новый проект «Читающая школа». Коротко мы с вами пройдемся по новой библиотеке по мировой художественной культуре, пардон. И, собственно, самый интересный проект – это сервис управления дисциплинами в основном продукте ВБС. Ну, давайте потихонечку начинать. Честно говоря, вот я уже несколько лет на наш… Ага, да, пока далеко не убежал. Если вопросы у вас будут, вы их прямо в чат пишите. Если я прям смогу сориентироваться по ходу, да, соображу, ну, прям сразу и отвечу. Если мне потребуется время, ну, тогда на все вопросы, которые не успею, я отвечу в конце, уже после окончания презентации. Вот. Ну и возвращаемся к нашей теме. Это обновление проекта «Библиошкола». Я на него вот поглядывал периодически последние годы, ну, что-то мне… Честно говоря, местами он не сильно устраивал. А так как мы в партнерстве с РШБА сейчас запустили новый проект «Читающая школа», это был как раз замечательный повод нашу библиотеку, она там для нас уже классическая, да, и для наших подписчиков переработать. Поэтому мы, собственно, поработали с дизайном, поработали с навигацией, с читалкой, и теперь понемножечку я об этом буду рассказывать. В первую очередь все изменения коснулись нашей рубрикации и навигации. Предыдущее меню было немножечко сумбурным, поэтому мы в текущем виде все книги вынесли в основное меню. Вот. А дополнительные ресурсы и инструменты навигации положили в вкладочку «Ресурсы». Проработали навигацию вглубь страниц, и теперь преподавателю проще у нас сориентироваться по классам, по предметам, отсортировать литературу в связке предмет-класс, поработать с авторами и издательской галереей, которая у нас представлена в библиотеке. Вот. Ну, для того, чтобы все это дело посмотреть, достаточно просто прийти в проект «Библиошкола». Ну и, собственно, даже там, неважно, подписаны вы или не подписаны, эти изменения вы увидите. Ну, мне, по крайней мере, они доставили массу, ну, скажем так, положительных эмоций, да, когда я вижу, как все это дело меняется. Надеюсь, и вам понравится в работе, и это будет достаточно удобно. Что еще у нас произошло интересного? Интересного у нас произошло это обновление самой читалки, да, так как проект у нас предусмотрен для чтения онлайн. Теперь читалка в проекте у нас адаптивная, то есть подписчики вашей организации могут достаточно легко и безболезненно, да, читать весь контент доступный, как на там, телефоне, планшете, компьютере, ноутбуке, где угодно. Читалка это дело все позволяет. Ну и есть, в общем-то, простой и такой, скажем так, необходимый функционал, как закладки, поиск по книге. В общем, все это теперь есть, удобно и, в принципе, одним пальцем там с телефона можно поковырять. Все достаточно удобно работает. Ну и давайте двигаться дальше. Собственно, в рамках нашего большого проекта «Библиошкола» в партнерстве с РШБА, да, мы реализовали новый проект «Читающая школа». В нем у нас собрана большая подборка, скажем так, ну, мы называем это научная классика для школы. Вот, там собраны подписки и архивы основных журналов, посвященные именно теме, ну, чтения, развития навыков чтения, культуры чтения. Также в проекте у нас подключен даже дайджест новостей и культуры, то есть, собственно, партнеры собирают все новости, которые непосредственно касаются этого процесса и, ну, наверное, в принципе, дайджест больше нацелен в первую очередь для преподавателей, ну и во вторую очередь там, да, для родителей. Ну, о детях мы не говорим, потому что, собственно, ну, дети, в нашем случае это невольные благополучатели, назовем их так.
Также в школу интегрирован справочный каталог Российской книжной палаты. Там собрана вся справочная литература по всем изданиям, которые у нас средней школы в России касаются. И ну, сейчас дальше немножечко более подробно буду рассказывать. В проект у нас входит сейчас подписка годовая и архивы трех журналов. Это журнал «Читайка», «Читающая школа» и «Семейное чтение». Ну, то есть, если вы как бы по просторам интернета, да, будете бродить и эти журналы собирать, ну, или подписываться онлайн, или там в бумажном виде, то, собственно, у вас получается одна такая, ну, немаленькая стоимость, да, а в рамках нашего проекта это все собрано в одном месте, и финальная стоимость этого хозяйства получается на самом деле более выгодной. Вот, все это тоже представлено в виде каталога для чтения онлайн с навигацией по выпускам, по годам, по темам. Вот, ну и вообще, что касается, допустим, этого проекта, он у нас опять же направлен на развитие навыков чтения. Здесь мы предлагаем инструменты преподавателю. Ну и, собственно, весь контент, который с этим делом связан. Вообще, проекты по чтению, это у нас уже, ну, наверное, не проба пера, да, а направление, в котором мы, ну, уже, наверное, третий год работаем. Кто приходил к нам раньше, может быть, нас как-то слышал, видел, встречали наш проект, он называется «Аналитик чтения». Вот это как раз этот проект тоже интегрирован, ну, скажем так, в виде ссылочки в этот проект. И здесь мы собрали инструменты для анализа сложности текстов и онлайн-тестирования для определения читательских компетенций там младших и средних школьников. Ну и то есть в связке получается, что направление именно развития навыков чтения, оно у нас развивается уже теперь с двух сторон. В первую очередь это вот проект «Аналитик чтения», о котором я ранее на ранних вебинарах рассказывал. Ну, ссылочки, в принципе, там тоже у нас, скажем так, сквозняком через все проекты идут. И вот теперь мы подготовили достаточно мощную подборку контента, которая, собственно, это направление хорошо и подкрепляет. Вот, да, так. Отдельно стоит сказать, наверное, о научной классике, ну, как мы называем, да, там, тысячи произведений, там, научной классики для школы. Здесь мы провели достаточно серьезную работу и отобрали контент, ну, потому что мы все мы знаем, да, если в школе работали или сталкивались с этими вопросами, есть определенные требования, достаточно жесткие по возрастному цензу, да, все произведения у нас этот, на предмет возрастного ценза ограничения размечены. Здесь как бы все без вопросов. И есть определенные достаточно серьезные требования по качеству текстов, да, потому что, собственно, сам текст, который отображается на экране, должен быть читабельным, скажем так, безопасным для детских глаз. И этим требованиям все тысячи изданий отвечают. Поэтому здесь как бы чистенькая подборка. Пожалуйста, кому необходимо, можете ознакомиться, посмотреть, ну и, собственно, в своей работе использовать. Сейчас я слайд листану на свой страх и риск, посмотрю. Да, вот как раз небольшой слайд о новостях культуры и образования. Вот так, ну, в общем, происходит новость, мы ее публикуем, и вы читаете, собственно, тут никакого плагиата, ссылки на источники имеются. И, ну, чем это удобно, что все в одном месте. Так, и еще у нас есть дополнительные материалы в этом проекте собраны. Это материалы и презентации с выставок, которые проходят, именно тоже посвящены тематике, скажем так, школьного чтения, да. И в течение года у нас еще проект будет наполняться методическими материалами. Ну, все мы знаем, что в разных областях, в разных школьных образованиях, может быть, как-то немножечко неправильно это называю, применяются различные методики и проводятся разные мероприятия по внедрению, тестированию этих методик. И вот как раз именно вот эта большая методическая часть, интересная в первую очередь там школьным преподавателям и работникам педагогической сферы, она тоже в течение года у нас планирован большой план пополнений. И прям можно будет ознакомливаться с тем, как, например, в такой-то области, в такой-то школе там, или в каком-то образовательном учреждении вводился какой-то проект, как он проходил. Все эти методики тоже будут представлены и будут выкладываться постепенно, да, чтобы интерес к проекту поддерживать. Вот, наверное, по составу вот так. Если у нас появляются какие-то дополнительные материалы, тоже касающиеся этой сферы, они тоже как будут заходить в проект «Читающая школа».
Вот, коротко о подписке. Формат подписки тоже немножечко сейчас меняется, да, и, на мой взгляд, наверное, в правильную, в лучшую сторону. То есть для физических лиц у нас библиошкола в обновленном версии предоставляется на срок там от 3 месяцев до 2 лет, если не ошибаюсь. И можно, собственно, варьировать, как, ну, если покупаете для себя, на срок подписки, который вам необходим. Да? Ну, как бы зачем брать на год, если вы читаете, например, 9 месяцев в году, да, или наоборот только летом. Ну, окей, без проблем, 3 месяца, 9, 6, там, сколько угодно месяцев можете взять и пользоваться. А весь контент, который входит в библиошколу, он как бы сразу комплексно вам и передается. Если мы говорим о читающей школе, то читающая школа, как вот проект, о котором я раньше рассказывал, приобретается для физических лиц отдельно. То есть отдельно библиошкола, отдельно читающая школа. Ну, почему? Ну, потому что вот такая вот модель. Конкретнее сейчас я ответить не могу. Что касается юридических лиц, то как раз проект «Читающая школа» для наших там подписчиков, организаций, как у меня хохолок появился, вот, она, так, подписка для юридических лиц стала комплексной, сроком на 1 год, и для организаций наших партнеров теперь доступен весь контент и сервисы библиошколы. Но я напомню, что там не только книжки лежат, да, там есть и интерактивные тесты, карты, аудио, вот, тренажеры и все такое прочее. И подписка организации дополняется всем доступным пакетом из читающей школы. Поэтому, в принципе, я думаю, ну, если вы уже подписаны на библиошколу, пожалуйста, обратитесь. Мы вам добавим подписку новые вещи. Вот. Ну и если рассматриваете, тоже я думаю, что это будет определенным плюсом. Ну, давайте потихонечку двигаться дальше. И коротко, ну я не помню, наверное, в прошлый или в позапрошлый раз затрагивал тему арт-библиотеки. Вероятно, кто-то из наших собравшихся подписчиков, а может быть не подписчиков, слышал о таком проекте, может быть пользовался, как арт-портал. И в рамках проекта арт-портал у нас появился новый проект арт-библиотека. По 19 рубрикам, да, собран контент для чтения онлайн по основным видам искусства и, в общем-то, по всем вопросам мировой художественной культуры. Библиотека достаточно простая, ну, в плане использования, в общем-то, интуитивно понятная, в какие-то инструкции я сейчас ударяться не буду. Что важно? Какие-то моменты, вот когда мы работали именно там с публичными библиотеками, да, с организациями, которые подписываются в наши библиотеки, мы получали вопросы о том, что, ну, как бы для читателей окей, понятно, а как библиотекарю, да, есть же там свои определенные моменты, которые библиотекарь должен в работе учитывать. Это, например, там книговыдача, посещаемость, ну и вот эти все отчеты, которые, собственно, нас, ну, немножко так нашу работу... Ну, давайте говорить правду, да, вот эта вся отчетность, она делает нашу работу сложнее. Вот, поэтому вся эта статистика теперь в арт-библиотеке предусмотрена в личном кабинете библиотекаря, ну или специальной учетной записи. Здравствуйте. Вот, предусмотрено. И, собственно, можно просматривать ее как в интерфейсе, так и выгружать. Причем выгружается статистика по чтению, по посещению, по количеству прочитанных страниц, по этой самой книговыдаче, а также статистика посещений и просмотров изображений арт-портала. Вот, теперь библиотекарю с нами жить стало легче, да? Да плюсом к тому еще зашло там, я уж не помню, сколько тысяч тематических изданий. Вот. Теперь давайте немножечко, ну, традиционно, да, коротко о подписке расскажу. То есть, если мы говорим о подписке на арт-портал и арт-библиотеку для физических лиц, то физическое лицо может на арт-портал для просмотра изображений там, для своих личных нужд использовать бесплатно, просто зарегистрировавшись. Дополнительные проекты, которыми, собственно, богат, да, арт-портал, покупаются также на временной период отдельно. Ну, то есть, есть бесплатная подписка, а есть полная подписка. Вот. И опять же, для юридических лиц, для организации есть комплексная подписка, в которую входит, ну, вообще, наверное, все, что там у нас имеется. Я тут коротко написал, да, а возможно, я даже что-то и забыл. То есть это банк изображений со всеми описаниями. Это та же самая арт-библиотека, про которую я рассказал. Интерактивный проект арт-хронограф. Ну, про него тоже мы ранее рассказывали, сейчас отдельно. Не буду сильно в него ударяться. Ну, в общем-то, как иллюстративный материал для там, курса МХК школы. Окей, хорошо подходит. Проект «Артотека» тоже интерактивный, где мы даем большую детализацию, интерактивную навигацию по произведениям искусства. Справочный материал эпохи и стили
оформлен, ну, как мы это называем, да, арт-учебник. То есть это не просто изображение, а большие тематические выборки с достаточно серьезной, скажем так, описательной частью, да, то есть история создания, там история художников, музеев, все что угодно здесь есть. А партнерская галерея РГБИ тоже входит, ну и, собственно, как я уже говорил, для библиотекарей есть вполне внятная, удобная и понятная статистика использования. Вот. Так что еще раз повторюсь, если вы сейчас подписчик арт-портала, вы можете просто там поддержку нам написать, и, в общем-то, арт-библиотека вам, собственно, и в ближайшее время и достанется. Так, ну давайте двигаться потихонечку дальше. Напоминаю, если вопросы возникают, опа, улетел куда-то. Если вопросы возникают, вы их задавайте, я постараюсь по ходу или в конце ответить. Вот. Ну и основной момент, вот тут прямо интересно, потому что я чуть-чуть забегаю вперед. Официальный старт проекта, он у нас, если не ошибаюсь, 16 числа, да, но раз уж мы все с вами собрались, я немножечко, ну так вот, заранее расскажу о том, что мы подготовили, как это работает, и, в общем-то, может быть, приглашу к сотрудничеству. Мы разработали и внедрили новый сервис, который пока называется сервис управления дисциплинами. Да? Возможно, название поменяется, но суть нет. Это такая, скажем так, рабочая штуковина для вузовских преподавателей, сотрудников библиотек, там, кафедр, в общем, всех, кто занимается обеспечением рабочих программ дисциплин, контролем актуальности контента. И, в общем-то, вот с этой вот задачей, наверное, наиболее сложной, сталкивается ежедневно. То есть в новом сервисе мы предлагаем удобную рубрикацию, возможность контроля, наполнения. И, ну, в общем, дальше чуть подробнее расскажу. Мы, прежде чем, скажем так, начать работу, изучили, какими, собственно, атрибутами, да, как описывается дисциплина в различных инструментах. Всем понимаем, да, что, допустим, чем крупнее вуз, организация вуз, да, все-таки организация — это наш внутренний сленг, тем, собственно, сложнее система книгообеспеченности и тем больше инструментов необходимо вузу, да, для того, чтобы вот этого монстра в руках удержать. Маленькие вузы, грубо говоря, там, пользуются одними методами, крупные другими, но все равно проблема так или иначе решается. Есть там базовые решения, там, как абисы, есть внутренние системы книгообеспеченности. И чтобы, ну, во-первых, идти в ногу со временем, да, и полностью дать возможность полноценной навигации, поиска и так далее, мы предусмотрели новую систему, такую чуть более расширенную атрибутирование дисциплины. Ну, то есть, если вы кто-то помнит нашу старую книгообеспеченность, там, в принципе, у дисциплины есть название, да, там место, где она лежит, направление, уровень подготовки, ну и, наверное, все. Вот. А в новом сервисе мы предусмотрели новые атрибуты, и теперь дисциплина, как и, допустим, там в обисках, атрибутируется курсом, для которого она предназначена, учебной группой. У дисциплины есть ответственное лицо, которое привязано, в свою очередь, к кафедре, да, у дисциплины есть название. Ну, а, соответственно, собрав вот такое большое количество необходимых атрибутов, мы и говорим о том, что теперь ее стало удобно размещать, искать, ну и, в общем-то, ее обслуживать. Так, сейчас я куда-то вот... Так, давайте-ка мы, наверное, пока я далеко не ушел. Я не знаю, насколько хорошо вам видно. Вот мне, к сожалению, не получается более крупные картинки вставлять. Вот. В сервисе у нас имеется вот такое вот левое меню, где у нас предусмотрены, ну да, где у нас предусмотрены возможности, а достаточно быстро, там в пару кликов, найти требуемую дисциплину. Дисциплины мы проверяем на предмет наполненности. Если там, дисциплине недостаточно издания или какие-то издания следует заменить, они у нас загораются определенными значками, и там в один клик, нажав, допустим, на «требует внимания», вы сможете найти все дисциплины, которые сейчас требуют внимания. Вот. Соответственно, для быстрого поиска можно выбрать группу, направление, указать кафедру, выбрать ответственного. И вся эта структура быстренько перестраивается для мгновенного быстрого поиска требуемой дисциплины. Ага, так. Хороший вопрос. Наработки по книгообеспеченности сюда импортируются. Вопросительный знак.
Я думаю, что... Ну, я сейчас расскажу, как она работает. Да, по поводу импорта можем... Я, честно говоря, не совсем понял, откуда вы импортируете, да, и сложновато мне на такой общий вопрос ответить. Ну, может быть, вы получите на него ответ, пока я буду рассказывать. Но система интеграции тоже имеется, я там чуть позже расскажу. Вот. А мы говорим о том, что, ну, сейчас, давайте вот реально на вещи смотреть, да, если вы скрупный, его подписка на контент не ограничивается одной ABS. Как правило, используется... А, да, конечно. Если вам интересно, вы можете... Спасибо, да, за вопрос. Если вам новый сервис понравится, вы его попробуете. Конечно, вашу структуру из книгообеспеченности можно сюда перенести безболезненно, и все будет хорошо. Здравствуйте. Вот. Так, немножечко я сбился, но вернемся. Добавление дисциплины стало менее болезненным и, скажем так, более быстрым. Нажимая на кнопку «Создать дисциплину», мы быстренько атрибутируем ее по основным, скажем так, полям. Мы выбираем группу, направление. И вот тут еще один момент. Мы оставляем возможность ввести свое направление, несмотря на то, что у нас там минором согласован определенный ГОСТ. Но мы видим, как раз вот работая с нашей книгообеспеченностью, мы видим, что некоторые вузы, да, клиенты наши, как-то по-своему называют направление, да, ну, может быть, чтобы им удобно было сориентироваться, может быть, это связано с какими-то другими факторами, но за ГОСТ выходят. Мы эту возможность не отнимаем и тоже оставляем. Дальше нам, собственно, требуется ввести название. Вот здесь работает наш справочник. У нас сейчас в системе так или иначе наполнены, обработаны порядка 17 тысяч дисциплин. Если вы вводите дисциплину и она у нас имеется, да, выскакивает подсказочка, и, собственно, вам достаточно просто ее там добавить, а дальше посмотреть. Мы описываем курс, учебные группы. Если кто-то помнит, у нас учебные группы как таковые в сервисе имеются. Если они у вас заполнены, в принципе, можно напрямую привязать. Если они у вас не заполнены, ну, тогда вы можете просто в виде текстового поля указать для удобной собственной навигации. И дальше мы просто там подтверждаем. Окей, дисциплина, создайся. Еще один момент. Давайте пока вот тут еще посидим. Для меня он, наверное, ну, в каком-то моменте я считаю его ограничением. С другой стороны, я понимаю, что по-другому, наверное, не стоит работать. Доступ к этому сервису предоставляется преподавателям или другим сотрудникам организации, которые добавлены в структуру вуза. Сделано это для того, чтобы автоматически привязывалась кафедра, автоматически закреплялся ответственный, и все это дело отслеживалось. Поэтому, если вы хотите начать пользоваться сервисом, но вам в структуре вуза нет, ну там на стартовой страничке есть ссылочка. Ну, пойдите и добавьте себя в структуру, и, собственно, все это сразу же и заработает. Вообще, в принципе, мы всех призываем к тому, чтобы в структуру вуза передавать в ВБС, потому что на нее завязан не только этот сервис, еще ВКР-репозиторий, если я не ошибаюсь, для того, чтобы работал поиск по кафедрам. Ну, можно и без него, но лучше со структурой. Вот, поэтому есть такое ограничение, которое, если вы преодолеете один раз, оно, в принципе, будет работать вам только в плюс. Да, давайте потихонечку дальше пойдем. После того, как вы выбрали, ну, создали дисциплину, и, ну, предположим, такая дисциплина в нашем списке есть, вам сразу предлагается набор контента, который мы как бы считаем подходящим для вашей дисциплины. Понятное дело, что это те книги, которые у нас сейчас в доступе имеются, да, мы не можем там собрать контент всего мира, да, и предложить вам, потому что, собственно, доступ обеспечить не можем. Поэтому, наверное, да, для больших вузов это не может быть там полноценной заменой книгообеспеченности, потому что мы печатный фонд мы не считаем. Но скажем так, ну, чуть дальше я еще расскажу, для контроля там хранения, прохождения проверок по нашей конкретной БС этот сервис задачи свои решает замечательно. Вот, мы сохранили такую историю, как массовые операции. То есть мы можем там нужные книжечки выбирать и через сервис «Выберите действия» там перекладывать, атрибутировать, например, перенести из основной в дополнительную литературу, удалить, добавить куда-то еще. Вот, эти все, ну, мы строим наш каталог таким образом, чтобы аналогичные действия во всех зонах работали одинаково. Чтобы вы один раз
увидели кнопочку «Выберите действие», там, запомнили, что она значит, и, находясь абсолютно в любой зоне, вы всегда чувствовали себя комфортно, знали, а через эту кнопочку я свои действия осуществлю. Вот. Ну, давайте немножечко двигаться дальше. Предположим, что у нас создана дисциплина, и, собственно, нам нужно посмотреть, а что, какие издания у нас есть. Раньше мы ходили в каталог УГС, раньше мы ходили по поиску, куда мы только не ходили, отыскивали книги, а потом складывали их в книгообеспеченность. Теперь, собственно, все эти возможности тоже остались, да, каталог УГС у нас живет и развивается, ну и, собственно, он напрямую интегрирован сюда. Нажимая кнопочку «Автоподбор», я просто не знал, как ее назвать красивее, да, поэтому назвали «Автоподбор». Мы в созданную дисциплину предлагаем имеющиеся у нас издания, которые подобраны, ну, на самом деле, несколькими путями. То есть есть у нас определенный отдел, так называемый библиографический цех, который занимается изучением там, учебных планов, вот, и подбирает контент, который, ну, в нашей ЭБС закрывает действительно нужды в определенных дисциплинах, направлениях и так далее. Таким же образом мы анализируем и статистику использования. Ну, например, если у нас там три вуза в определенную дисциплину в направление добавляют всегда одну и ту же книгу, вот три разных клиента добавили одну книгу, мы считаем ее значимой, релевантной и тоже рекомендуем. Поэтому, нажимая кнопку «Автоподбор», мы показываем те издания, которые там подобрал нас библиографический цех, которые подбирались по, скажем так, системным алгоритмам, и те издания, которые уже в этой дисциплине другие клиенты использовали. Соответственно, вы можете ненужные издания там удалить, а если чего-то не хватило, собственно, воспользоваться дополнительными инструментами наполнения. Сейчас я про них расскажу. Так, такая вот у нас есть история, да, связанная с поиском и с фильтрами. То есть расширенный поиск, если вы ВБС видели, это такая здоровенная штуковина, где есть там, я не знаю, порядка 10 основных полей, а еще порядка 5 дополнительных, и все они друг с другом сочетаются, пересекаются, и как раз на пересечении основных там атрибутов можно найти прям вот самую изюминку, то, что нужно. Эта механика нам очень нравится, и поэтому в качестве дополнительного поискового инструмента для наполнения дисциплин мы тоже это использовали. То есть, нажав кнопочку «Поиск», задав необходимые атрибуты, например, вы можете ввести там название темы или книги, уточнить типом издания, да. Ну, мы знаем, что там в основном чаще всего учебные издания, именно учебники, учебные пособия идут в основную литературу. Это все мы можем настроить, быстренько найти и добавить выбранные издания, опять же, через массовые операции в уже созданную дисциплину. Ну, если такая дисциплина, такое издание в дисциплине уже есть, оно будет серенькое и написано, уже добавлено, все хорошо. Вот. Поэтому, если вы пользовались фильтрами в каталоге, если вы пользовались расширенным поиском, ходили там в коллекции, в профильные блоки, в зону обновления контента в ЭБС, про которую я там, наверное, сегодня не буду рассказывать, но рассказываю постоянно, то вы эти фильтры знаете, работать с ними умеете, а если не умеете, то интуитивно достаточно просто разберетесь. И это как раз сделано для того, чтобы не ходить там куда угодно, не скачивать Excel-ки, а из одного места, собственно, произвести прям такой структурированный поиск по всему фонду библиотеки. Причем, сейчас тут стоит оговориться, есть общее меню настройки, вот, ну, я надеюсь, все уже на новый интерфейс перешли, когда вы можете настроить, сказать, там, библиотека, показывай мне только те издания, на которые я подписан. И в этом случае вам будут предлагаться издания, на которые вы подписаны. Или вы можете в настройках сказать, показывай мне все издания. И в таком случае вы будете видеть издания, на которые вы подписаны, и издания, которые у нас есть, доступны, но вы на них не подписаны, вы можете сделать дополнительный запрос, чтобы их получить. Поэтому вот все это сводится к одной большой механике, над которой мы потихонечку работаем и развиваем. То есть этот сервис не исключение, он как раз дополняет то, что мы уже ранее сделали. Интересная история, которой мы, собственно, тоже уделили много внимания, это как раз обработка и распознавание файлов РПД. Ну, скажем так, когда у нас преподаватель занимается обслуживанием дисциплины, да, он, в принципе, и так знает, какие издания ему нужны на память, да, потому что, ну, это тот контент, с которым он работает каждый день. Но если это у нас ответственный сотрудник там кафедры там, или еще кто-то, как какой-то специальный человек, да, конечно, за всеми преподавателями он не в состоянии запомнить, да и не должен держать в голове списки изданий для каждой дисциплины. Поэтому мы предусмотрели такую, ну,
на внутреннем, скажем так, сленге называется парсер РПД, а вообще это инструмент распознавания файлов рабочих программ дисциплин. То есть мы просто выбираем требуемый файл в созданную дисциплину с компьютера, загружаем, и у нас проходит распознавание. Сейчас я чуть позже покажу. Мы из этого файла пытаемся вытащить издание, которые в нем перечислены, и найти совпадение. Если совпадение не находим, предлагаем аналоги. Здесь нужно сказать, что загрузить можно файл в формате doc, docx, pdf. Можно даже попробовать загрузить сканы картинки, например, jpeg изображения. Здесь, ну, тут вот такой вот текст, такая писанина, да, она на самом деле достаточно важная. Мы, прежде чем этот инструмент разрабатывать, посмотрели ГОСТы, да, ну, это вот единственная такая штука, на которую можно посмотреть, а как примерно хотя бы должен оформляться файл, чтобы, ну, вот мы его могли прочитать. Если ваш файл, ну, хоть как-то похож, вот, ну, вот, ну, вот чуть-чуть, ну, похож на ГОСТ, то такой файл с большой вероятностью прочитается. Ну и если вы загружаете скан, то к скану тоже есть определенные требования, но он хотя бы должен как-то читаться, чтобы буквы там не слипались, там были достаточно контрастными. И в таком случае мы распознаем такое или изображение, или текст, и обрабатываем документы. Вот. Ну, тут предупреждение есть, если будете сервисом пользоваться, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот. Ну и, соответственно, по результатам обработки мы получаем следующую картинку. Ну, вот у нас клиентская рабочая программа. Вот издание, которое было распознано из файла. Ну, и оказывается, окей, такая книжка уже есть. Мы ее прямо здесь же можем добавить, собственно, в нашу дисциплину. Если у нас вот в этом случае точного совпадения нет, но есть похожее издание другого издательства, которое мы считаем может закрыть, собственно, эту необходимость. Вы тоже можете ознакомиться со списком аналогов. Что-то добавить, что-то там не добавить. Вот. Бывают случаи, когда, собственно, ну, вот какие-то совсем уникальные вещи в файлах мы находим. Ну и для них нет аналогов. В таком случае мы честно напишем. Да, не будем, что попало, предлагать, а скажем, ну уж извините, такого у нас пока нет. Вот. Ну и зачастую такое бывает, когда файл на самом деле оформлен неправильно. Да? То есть там порядка 1500 файлов мы разбирали, когда готовили этот инструмент. И зачастую там от вузов приходят, ну, вот совсем какие-то странные документы, где список контента оформлен там таблицами и еще какими-то непонятными сущностями. Ну, в таких случаях мы тоже не всегда можем распознать. Вот. Но, тем не менее, вот этот инструмент очень удобный, потому что вот я когда для себя пробовал, создаю определенное количество дисциплин, прикрепляю файлы, распознаю, и, собственно, тот контент, который нашелся, или аналоги, добавляю, недостатки подбираю из автоматического дополнения или поиска. Ну, в общем-то, наверное, все инструменты для подбора контента, которые там можно только себе придумать, в этом сервисе сейчас реализованы. Да. Что касается экспорта. Ну, давайте опять откровенно говорить, да, найти вуз, который целиком погрузится. ВБС и будет, значит, с нами до победного конца, наверное, нет. Такого, наверное, нет. Все организации современные, ну, вузы, там, СУЗы, хранят каталоги, фонды и обрабатывают их у себя. Ну, самым таким массовым комплексным решением является АБИС. Вот. И, собственно, для этих целей мы прям серьезно переработали экспорт в Русмарк. Соответственно, вы можете найти нужные дисциплины, например, вот все хорошо, видите, у нас не красненькие, а вот такие вот прям красивые серенькие дисциплинки, значит, с ними все нормально. Можете выбрать необходимые, можете выбрать все и нажать «Выгрузить в Русмарк». Достаточно быстро формируется, сейчас я прочитаю, да, пока мысль не улетела, достаточно быстро формируется архив с марк-записями для импорта, в общем-то, по стандартам современных АБИС. Тут те, кто с нами работает, ну, хотя бы там год, а может быть подольше, знают, что предыдущей версии достаточно сложно было выгрузить фонд в Русмарк. Нужно ходить в личный кабинет, нужно там заказывать эти выгрузки, ждать. Вот. Теперь, собственно, этот экспорт работает, ну, я сейчас могу, конечно, приврать, да, там более чем в 10 раз быстрее.
Вот. И, собственно, точечно. То есть, когда вы единожды там заполнили дисциплину или дисциплины, забрать их в Марк, в Русмарк не составит труда. Это один клик, там 30 секунд ожидания, и, пожалуйста, архив готов. Еще момент. Есть некоторое, ну, не то что разногласия, да, у всех по-своему, как бы, традиционно используются 900-е поля, свободные в марк-записи, да, вот где-то в районе этих полей, я сейчас могу приврать, да, по-моему, 911-е, 912-е мы стали передавать дополнительный параметр, это название, дисциплины и направление. Ну, как бы, для кого-то это подойдет, кто-то может на своей стороне перестроить, переатрибутировать эти поля. Ну, кто-то не может или не хочет. Мы с таким сталкиваемся. В принципе, нам клиенты звонят, говорят, а давайте мы вот эту дисциплину, там, 815 напишем. Окей, мы для этого клиента такую кастомизацию делаем. Но, по крайней мере, такая возможность есть. Стало лучше, проще, быстрее, там, выше, сильнее. И, да, чуть как-то вот немножечко резюмирую, по этому поводу я немножко позже. При первом обращении к сервису, наверное, нет, не к первому обращению, а при входе на главную страницу сервиса, мы видим определенную статистику. Здесь у нас перечислено, сколько у нас дисциплин сейчас в работе, какие дисциплины заполнены и чувствуют себя хорошо, какие дисциплины требуют внимания, а внимание у нас требуют дисциплины, в которых вообще ноль книг, или в которых есть книги, которые на будущий период подписки, ну, например, там вот заканчивается год подписки ВБС и начинается следующий, там, через неделю. Вот в будущем периоде они могут быть недоступны. Для таких изданий мы сразу же автоматически предлагаем замены аналоги. То есть, так, давайте со статистикой закончу, да, мне просто самому интересно. Вот, общую сводку мы даем по типам изданий, по количеству учебников, там, допустим, учебных пособий, там, еще каких-то там монографий и прочего. И также показываем список ответственных преподавателей, ну или не только преподавателей, что это за человек, из какой он кафедры, сколько у него дисциплин, сколько у него там требует внимания и так далее. То есть если как раз мы говорили, если обеспечением занимается сотрудник кафедры или библиотеки, ну для него эта статистика достаточно удобная. Тут, грубо говоря, беглый обзор позволяет понять, а кто же там у нас недоукомплектовался. Да, про структуру вуза я уже говорил. Это прям вот эта вещь, это прям важно. Ага, да, вижу системное уведомление. Спасибо. Так. И возникает, я прям предвижу некоторые вопросы, да, как бы вот куча инструментов, да, и что, и вот зачем оно. Вот, а я немножечко тогда постараюсь рассказать. То есть в моем, да, или в нашем представлении этот сервис построен таким образом, что настроив его один раз, заполнив дисциплины, там, привязав ответственное все и все такое прочее, у нас пропадает необходимость регулярно заходить и проверять, а как же там мои книги. По факту, при хорошем раскладе, обращаться к сервису стоит всего один раз в год. То есть мы зашли. Да, можно получить список необеспеченных дисциплин. Но опять же, если вы, собственно, там каким-то образом их добавили. Ну, я сейчас не знаю, как бы мне вам это поудобнее рассказать. Так, хорошо, отвечу. Окей. Ну, таким образом, мы, предположим, мы находимся на старте подписки учебного года и создали в сервисе и закрепили, наполнили 10 дисциплин. Соответственно, второй раз обратиться к сервису нам нужно, ну, на случай проверки, понятно. Если год прошел хорошо, без проверок, скажем так, то я могу сейчас немножко плавать, по-моему, за 2 месяца до окончания подписки всем ответственным, кто обслуживает дисциплины, приходит уведомление, что у вас есть такие-то дисциплины, в них лежат такие-то издания, которые надо проверить, они там могут в следующий период подписки не перейти. Поэтому приходим, у нас там все красненьким горит, пользуемся аналогом. Для этого нам и нужна структура вуза и персональные учетные записи, чтобы мы адресно могли каждому преподавателю или ответственному отправить такое письмо. Есть дисциплины, требующие внимания. Да.
По доступам, так, вот давайте немножечко расскажу. Доступ на редактирование, сейчас где же у нас, да, куда-то я далеко улетел. Ну окей, по доступам, соответственно, преподаватели, скажем так, не студенты, добавленные в структуру вуза, могут создавать, редактировать, ну и собственно как-то управлять своими дисциплинами. При этом, если это, ну, рядовой преподаватель, не сотрудник кафедры, да, не главный абонент организации, свои дисциплины он редактирует, менеджерит, скажем так, чужие может просматривать. Так, если это у нас студент, то мы их тоже, собственно, и не забыли. У нас, я вот, наверное, честно говоря, слайд потерял, ну да, окей. Можно, нажав на одну кнопочку, отправить ссылку всем, кому вы считаете нужным там поделиться дисциплиной. В этом случае человек перейдет в сокращенный, скажем так, интерфейс, где он не может ни редактировать, ни просматривать, не видит никакой статистики, а видит, собственно, ссылки на издания, сами издания, и может их там онлайн читать. Вот, да, это я уже сказал, что студенты просматривают и читают. Еще раз по импорту файлов РПД. То есть мы можем загружать PDF-ы, доки, докиксы, сканы в различных форматах, но при этом очень-очень-очень-очень-очень хотелось бы, чтобы эти файлы были, ну, хоть немножко похожи на ГОСТ. Вот. Похож на ГОСТ, вероятность того, что мы распоздаем, там, 90%. Не похожи на ГОСТ, вероятность очень падает. Вот. И еще момент такой, да, достаточно корыстный. Мы напрямую не даем возможность просматривать дисциплины и направления других вузов. Да, мы рекомендуем книги, которые они используют, и предлагаем их в качестве контента, когда вы нажимаете автоподбор. Но сходите посмотреть, а что там у других вузов, нельзя. Ну, по понятным причинам. Да. Так. Ага, про ГОСТ, я понял, хороший вопрос. Я, ну, я, конечно, не преподаватель, да, а больше, собственно, в сфере разработки работаю. Вот, поэтому, вот мы когда начинали эту историю, мне наш библиограф передавал стандарты оформления рабочих программ дисциплин. Это вот такой документ, в котором оформлены там и как оформляются заголовки, какая структура следования там, заголовка подзаголовков, текстов, отступов, шрифтов и всего прочего. Вот. И, соответственно, на это мы, ну, не то что прям равнялись, да, но это мы в большей степени и учитывали. Вот. Поэтому, если как бы там от руки РПД написан, ну, и совсем без заголовков, и как-то, может быть, даже в Excel-табличке, ну, такой файл распознать нам тяжело. Да, я не знаю, как конкретно этот ГОСТ там номер и приказ называется, ну, вот эти про эти требования я сейчас и говорю. Так. Можно ли получить... А, я уже потихонечку к вопросам перехожу. Да. Можно ли получить список необеспеченных дисциплин? Вот здесь мне сложновато сказать. Ну, вот если вы передаете... Ну, окей, есть разные форматы работы с нами, да, и с нашими сервисами. Ну, вариант вот простой, с которым я сталкиваюсь очень часто. ВУЗ нам звонит, пишет и говорит, вот у меня список. Там вот есть 500 дисциплин, а скажите мне, какие там обеспечены, а какие не обеспечены. Ну и в режиме там вопрос-ответ мы эти дисциплины передаем, обрабатываем сами у себя и передаем, что вот эта дисциплина там закрыта такими-то изданиями, а вот это, к сожалению, не закрыто. В таком формате, да, можно. Однако сервис, ну так как он напрямую не интегрируется с вузовской книгообеспеченностью, вот, он не считает за вас, скажем так, какие дисциплины у вас не обеспечены. Поэтому если от вас в любом виде приходят какие-то данные, в виде письма, записки, сообщения, звонка, да, мы можем это посчитать. Более того, можем, ну, наверное, на тестовом периоде за вас там какую-то работу сделать и в сервис этот вам отдать уже наполненный. Вы будете видеть, что мы там предлагаем, что мы не предлагаем и, собственно, что у нас заполнено, что не заполнено. Не обеспечено, да? Вот, ну, надеюсь, там я как-то на вопрос ответил. Вот, на текущий момент, наверное, у меня все. Я чуть, скажем так,
более детально там какие-то инструкции, наверное, сейчас передавать не буду, потому что, повторюсь, буквально через неделю у нас прям такой инфотур запускается, да, по этому сервису и, собственно, по всем обновлениям, которые вокруг него построены. Мы будем приглашать к сотрудничеству вузы, будем, собственно, всячески на вопросы отвечать, склонять к переходу из старой книгообеспеченности нашей же в этот сервис. Ну и, в общем-то, пытаться донести, а как же это круто. Вот, поэтому следите, у нас будет прям, руководство будет вещать и приезжать в города и онлайн, и, в общем, все будет достаточно бодро. Но, однако, если у вас сейчас прям появилась там необходимость, интерес, без вопросов можете в службу поддержки, у нас там, собственно, контакты все на виду, написать, и мы можем попробовать вам там выдать доступ, вы можете в порядке ознакомления попробовать, как это работает, мы ответим на вопросы, поможем, как можем. Вот, если вопросы еще есть, пишите, пожалуйста. Если нет, то на текущий момент у меня все. Спасибо. Да. Пожалуйста. Так, Татьяна Викторовна, заберите у меня, пожалуйста, слово. Я не знаю, что еще мне сказать.